с вами рядом с галереей уличного искусства «100 квадратов», которая открылась 15 августа 2020 года в Центральном парке города Новосибирска. Это место, где живет уличное искусство. Стены этой галереи – это Hall of Fame, куда может прийти любой желающий художник со своими материалами и оставить здесь работу. Часто мы сделали постоянно сменяющуюся экспозицию прямо в центре города. А внутри этой галереи – выставка молодых уличных художников. Сегодня происходит закрытие граффити сезона 2020 года, и мы ждем гостей для того, чтобы рассказать им, что же мы сделали за 2020 год. Появилось 3 новых арт-трамвая, 1 автобус, посвященный 120-летию Лаврентьева. Также мы поучаствовали в благоустройстве Зитулинского парка и расписали фасад кинотеатра «Рассвет». Ну а главным достижением этого года стало появление этой галереи.